Вот, короче, такая система. Вот то, что мы холодные столы вот печатаем, вот все отлично печатает, все держится отлично. Вот, пожалуйста, вот отлипание, вот все классно держится, все у нас как бы получилось. Но смысл к чему я веду? Смысл в том, что отключили свет, и у нас не запомнилось ничего. До этого, почему мы так затеялись, у нас все запоминалось. И мы возвращались, как бы продолжить печать. А сейчас вот стоят, вот они три, и вон он еще один. И в итоге у нас получилось то, что столы-то у нас холодные, как бы модели не отклеились, ничего. А перезапустить мы не смогли, потому что у нас ничего не запомнилось. Не запомнилось. Вот. До этого, хотя у нас отключали свет, модели отключались, но мы могли перезапустить, запоминалось. Сейчас вот на всех их мы не поймем, в чем дело, почему в памяти не осталось у них ничего. Вот в этом проблема. Если кто знает, напишите в комментариях. Может, я не знаю, кто встречался с таким, как это, что сделать с этим, где, куда запомнить, может, прописать во флешке, я не знаю, где, либо здесь в настройках. Мы не можем найти, не можем понять, в чем проблема. Вот. Так что вот такие дела. А мы вам подскажем, как работать на холодных столах. Вот все получается, все отлично. Смотрите, вот так все это. И, кстати, первый слой у нас прям вот на той скорости все ложится, на какой печатаем. Так что вот нет проблем с этим. А вот то, что у нас, мы что и затеялись, то, что у нас до этого запоминалось, мы могли возобновить печать. А вот как вот дошли до того, что на холодных столах мы печатаем, уже все как бы нормально все. А не запомнилось ни на одном. Что за проблема? Где попадос, мы не поймем. Может, кто-то подскажет, как память нам, мы поняли, при отключении свет отключили, чтобы там восстановилось, ну, как продолжить печать. Вот он, то вот у нас здесь получалось, как бы, продолжить печать, а здесь, как бы, начать печать теперь. Вот такие дела.